Після прийняття присяги та проведення першого сесійного засідання Слов'янської міськради, новообраний легітимний мер Слов'янська Вадим Лях зустрівся з журналістами, аби окреслити першочергові завдання на новій відповідальній посаді. Формування власної команди та обрання заступників, кадрові перестановки, продовження ініціатив попередників – далеко не повний перелік питань, які були поставлені новому міському голові Слов'янська. Ваша політична сила знаходиться в опозиції діючої влади, яку представляє тут Донецька область. Яке ваше взаємовідношення, як ви бачите в майбутньому? Я думаю, считаю, что между мэром и губернатором должны быть хорошие отношения, потому что все-таки не ради отношений с губернатором я избирался, там его ставили губернатором, все-таки за мной стоит громада города, это 100 тысяч человек, из них которых там 53%, 52,5% проголосовало за меня. То есть я думаю, выстраивать отношения необходимо, я думаю, не выстроится. Я не вижу проблем в коммуникации. То есть там, где есть возможность, там, безусловно, будет... На встречу пойдем друг к другу, безусловно. Скажите, вы обещали любить славянцев, как университет. А что вы имели в виду? Значит, вопрос мне задавался на предвыборной кампании постоянно. Недвузначность, да, этого лозунга, я могу вам сказать, вы все его видите, но, однако, он может быть не совсем понятен не жителям нашего города, да, а те, кто нашим соотечественникам. В принципе, он понятен в том плане, что действительно при встречах с людьми все отмечали, что Нелли Игоревна любила город, относилась к нему как хозяйка, и, в принципе, хорошее мнение о ней, как о хозяйке, вот, которая свой город содержала, держала в чистоте, осталось хорошее. Именно это. За словами Вадима Ляха, найближчим часом планується скликання ще двох пленарних засідань Слов'янської міськради, під час яких дипкорпус за рекомендацією мера має визначити секретаря Слов'янської міської ради, а також сформувати профільні депутатські комісії. Що ж стосується кадрових змін, вони будуть несуттєвими. Проте обирати претендентів на керівні посади шляхом громадських слухань новообраний мер не планує. Однак обіцяє, випадкових кандидатів не буде, лише професіонали. Хотелось бы, чтобы эти сессии прошли точно так же, как и сегодняшние. То есть плодотворно, быстро. Почему? Потому что время поджимает. Сегодня уже ноябрь месяц. Формировать через месяц бюджет. Да? Сегодня, чтобы понимать, нужно программы. Сегодня есть неосвоенные деньги. Сегодня нужно приступать к хозяйству города. Да? Чтобы сегодня один мэр не справится, нужны, безусловно, помощники. Поэтому вот мое видение – неделя-неделя. То есть еще две сессии с интервалом в неделю. Я сегодня не вижу смысла менять, допустим, работников исполкома, да, которые, ну, скажем так, рабочие лошадки, специалисты, которые на протяжении всех мэров, невзирая, какая политическая ситуация была за окном, выполняли свою работу, то есть чиновники. Да. Я считаю, что, безусловно, есть определенные политические должности, которые, например, формировал Олег Вячеславович, приходил с этими людьми, либо рекомендовал их как своих соратников. Я считаю, чтобы работа мэра следующего была комфортна, эта команда должна, в общем-то, уйти. Это немного, это порядка, наверное, там 7-10 человек, не больше. Со многими из ними я уже там, в общем-то, так в нормальных отношениях поговорил, попросил, сказал, что давайте. То есть я считаю так, скандалов не будет здесь однозначно. Почему? Потому что я сам по себе человек не скандальный, и поэтому мне бы не хотелось, чтобы здесь на этом поприще какие-то были там неправильно истолкованные какие-то решения. Я считаю, это должно быть по собственному желанию, то есть понимание, что человек вот был в команде. Я думаю, что точно так же должна быть преемственность какая-то в том, в тех вопросах, которых вы задавали, как вы будете там. То, что здраво, то, что можно продолжать, то, что, в принципе, должна городская власть не зачеркивать, то, что уже было наработано, это да. Но мне кажется, что все-таки определенные моменты должны другие люди уже притворять в жизнь. Вы не увидите в замах депутатов городского совета, то есть людей, которых бы я лоббировал, трудоустраивал, там, ну и в таком духе. То есть я думаю, что когда эти кандидатуры прозвучат, они будут понятны всем жителям города и окружению, почему эти люди там оказались. То есть я думаю, неожиданных людей вы там не увидите. Что касается общественных слушателей на ключевые должности, скажу сразу, на этот ответ могу ответить, он не секретен для меня, для моей команды. Действовать я буду в рамках закона, есть закон о местном самоуправлении, который, в принципе, не предусматривает эти общественные слушания. Объясню почему, потому что, мое мнение, те общественные слушания по кандидатурам замов, там, руководителей ДК, которые растягивались на 1, 2, 3 месяца, привели к тому, что до сих пор мы этот вопрос даже не закрыли. Мы сейчас возвращаемся опять к руководителю ДК, да, там, железнодорожника и так далее. Поэтому я считаю, что мэр берет ответственность за город, да, он пришел не сам, он пришел с командой, у него есть депутатский корпус, который будет, в принципе, это тоже выбранный громадой, да, утверждать
его кандидатуры, которые будут предлагать на эти ключевые посты. Поэтому в рамках закона все будем действовать в рамках закона. Проблеми життєдіяльності Слов'янська, зокрема сфери житлово-комунального господарства, новообраному меру добре відомі, адже за плечима депутатська діяльність. Вадим Лях найближчим часом планує розробити концепцію першочергових завдань та віднайти джерела фінансування для нових міських програм розвитку. Скажу честно, желание и возможности, в принципе, и области, и в бюджете сегодня есть осваивать деньги на модернизацию водоканала там, и по программам. Главное на сегодняшний день, почему я говорю, что не хотелось бы затягивать этот процесс по назначениям, потому что нужно написать программы, пролоббировать их, защитить их. И тогда, думаю, к следующему году, там, к весне, чтобы уже на следующий бюджетный год пошли средства и осваивать их. Вот сейчас именно будет сделан упор на написание программы и защиту их. Сегодня я могу сказать, что поступления в городской бюджет идут планово, с перевыполнением плана. Да? Сегодня определенные средства есть. Сегодня там порядка 12-13 миллионов, наверное, будет у нас перевыполнение плана. Из них там, да, есть такие, есть образование, есть медицина, где будет необходимо закрыть уже такие статьи обязательные, которые, без которых мы никуда не денемся. Но я думаю, 5 миллионов мы еще на ЖКХ попытаемся выделить и еще успеть их освоить, скажем так. Но, к сожалению, я сегодня общался с руководителем финансового отдела, там, ну, есть проблемы определенные с освоением средств, то есть будем разбираться. Що ж до питань патріотизму і державності, мер Слов'янська обіцяє дотримуватись чинного законодавства, зокрема проводити сесійні засідання державною мовою. У мене, в принципі, немає проблем з українським язиком, я його вивчав в школі, але практики його немає. Чесно говоря, якщо я посчитаю, що мій рівень буде достатньо для того, щоб я вже вів якісь засідання і те, що мені необхідно, згідно закону, на українському язикі, це буде відбуватися. Після конструктивного спілкування з представниками ЗМІ Вадим Лях пообіцяв систематично проводити зустрічі подібного формату для подальшої тісної співпраці та інформування громади.